28 августа 2020 года. Пошел медок. Сафора и степные колючки. Вот такое. Жарко на улице сегодня. 30 градусов, 31 градус. Такой вот темный янтарный. Что скажешь по вкусу? Сладкий, да? И обжигает горло сразу. Весь кучу скачается, будет более густой, остынет. Реально парно еще. Из ульев. Ну, он ложится. Вот такой ложится. Тепло просто сильно. Он остынет, когда он будет густой вообще. Бомба будет. В этом году чуть-чуть светлее он. Он бывает вообще темный, когда много колючки. Но в этом году колючки меньше. Колючка — это синеголовник, перекати поле. Вот основное. В этом году, в этом меду больше, наверное, процентов 80-90 сафоры, там, и только примесь колючки небольшая. В основном это мед, сафора японская. Это основной медонос, который массово именно в это время цвел, когда пчелки собирали этот мед, нектар приносили. Это мед собранный. Конец июля и август весь. Вот с конца июля и август, фактически август. Конец лета, позднелетний мед. Все. Вот так. Спасибо за просмотр. Всем пока.